Эй, всем привет, с вами Женя, главное по строительству. Хламушников 74, ну, по крайней мере, на русскоязычном ютубе. Мы сегодня с вами строим огромную постройку, которую я давно хотела сделать, которую я точно знала, что будет в моем стартом сохранении. Это община выживальщиков, либо община постапокалипсиса, зомби-апокалипсиса, в общем, неважно, назовите как хотите. Конечно, с первого взгляда выглядит так, как будто это свалка или мусорка, но нет, это не так, поэтому устраивайтесь поудобней, заваривайте чае кофеек или какао, и я буду вам рассказывать. Давайте для начала я расскажу вам почему вообще я строю подобные подобную постройку почему я думала о том, что она точно будет в моем стартовом сохранении я думаю, что стоит объясниться да, ну помимо моей дикой любви к хламушникам, ко всем таким пред... постройкам, в которых большое количество разных разномастных предметов куча какого-то пошарпанного какой-то пошарпанной мебели предметов и так далее, я помимо того, что я очень-очень сильно люблю подобные постройки и и я не знаю, как объяснить эту любовь. Не знаю, <laughs>, наверное, это какое-то отклонение. А, но кроме этого, а, я очень сильно люблю Странджирвилл. Я недавно смотрела ролик Джулии Финнс. Она строила в Странджирвиле, по-моему, бар или что-то подобное. Да, это был бар, и она как раз говорила о том, что она не любит Стренджервилль. Просто вот как город, и скорее всего, она бы никогда в нем не стала просто играть. Но я поймала себя в этот момент на мысли, что я обожаю Стрэнджер Виль, Он очень красивый, он очень колоритный, и это чисто мой стиль. Я обожаю его, потому что он такой пустынно захолустный город. У него офигенная архитектура, как бы ни, странно это не звучало. Мне очень нравится его викторианский стиль домов, которые находятся на возвышенности. Они невероятно красивые. Мне нравятся все предметы, окна, двери, покрытие, колонны. Вот из Stranger из Стрэнджер они невероятно красивые. Мне очень нравится одежда из Villa, и мне вообще в целом нравится его структура. Я так понимаю, что если бы не Красная пустыня, можно было бы решить, что это где-то недалеко от Оазис Спрингс. То есть это пустыня Невада, как я понимаю, как бы реальный аналог. И вот эти такие пустынные городки, которые вайбуют, знаете, фильмами про Дикий Запад, они идеальны, они очень классные. Я всегда мечтала побывать в подобном месте. Мне кажется, там вайп на вайбе просто. Вот эти всякие заброшенные стоянки трейлеров, заброшенные старые церкви. Если вам интересно, если вы вдруг не понимаете, о чем я говорю, загуглите в интернете заброшенная церковь в пустыне Невада. Это все настолько офигенно. Вот эти кактусы, камни, перекати-поле, вот это такая непонятная херобора, которая катится. В общем, офигенный вайб, там очень красиво, мне очень сильно нравится вообще такая местность, и надеюсь, что когда-нибудь мне удастся побывать в пустыне Невада. Но, конечно же... В StrangerVille и Oasis Springs как бы отличаются, да, но ближе всего, наверное, к этому StrangerVille, хотя, честно, для меня самое неоднозначное в это красные камни и красная почва, красный песок, мне немножко непонятно, откуда это, возможно, если бы разработчики сделали их в цветах Oasis Springs, было бы просто идеально. Но красный есть красный, и, наверное, в этом есть какая-то фишка Стрэнджер Вилля, именно этой местности, хотя, возможно, на самом деле существует какая-то подобная реальная местность, я просто об этом не знаю. Окей, скорее всего, так и есть. Но к чему это я говорю? Мне очень сильно нравится Оазис Спрингс в целом в в мире Sims, да, мне. И Strangerville он просто туда же, в, ту, в тот же самый вайб. В общем, я нереально люблю Strangerville. Я очень хочу в нем играть. Наше следующее поколение 100 детей будет проходить в Stranger Will. Если честно, я думаю, что мы даже из него не уедем, даже когда закончится история э, с лабораторией, да, совсем, ну, как бы сюжетная линия. Я думаю, что мы все равно останемся в Stranger Вилле, потому что он офигенный, он прям очень вайбовый. Я, как бы, не знаю опять, кому написать, потому что мне очень сильно нравится этот город. И вот этот лот в городе, который называется старушка Пенелопа, там, по-моему, изначально что-то типа бункера под упавшим самолетом бункера конспиролога, что-то такое. Я точно знала, что на этом месте у меня будет община выживальщиков, потому что место идеальное. Оно немножко в отдалении от городка, но получается сбоку находится, прям посередине пустыни. То есть со всех сторон нет дорог, то есть это можно огородить. И место просто идеальное. Когда я, когда у меня была еще не лицензионная версия игры, и когда я первый раз загрузила Stranger Will и смотрела, во-первых, я дико офигела от от этой истории про лабораторию, просто отвал башки, я обожаю, ну, это я вам чуть-чуть попозже объясню, но спойлер, я обожаю все связанное с зомби-апокалипсисом, апокалипсисом и так далее, но об этом я расскажу вам чуть-чуть попозже, буквально минут через пять, а пока я, короче, дико офигела от истории uh, Stranger Гилли, мне очень сильно понравилось, я помню, я просто, я играла в эту историю, для меня не характерно ложиться спать поздно, я жаворонок, для меня, типа, лечь спать в два или 3 часа ночи, это, ну, это плохо, это очень плохо, мне будет очень плохо потом на следующий день, и, и это вообще не про меня, но я когда села играть в эту историю, я не могла остановиться, мне прям было настолько интересно, я пока не прошла вот эту, э, ис... мне уже глаза слепались я уже сидела за ноутбуками, такая, пока я не пройду и не выясню, что там и как там, я не успокоюсь, я мне очень сильно понравилось, я очень много времени просидела, а потом, когда я начала исследовать город более пристально, начала смотреть, какие постройки, что можно сделать, куда чего. Это было давно, это было год два назад. Я сразу приметила этот лот, потому что, ну, это вот это, это мой вайп. Я обожаю, обожаю. Думаю, блин, здесь будет что-то такое. Вот община постапокалипсиса. Тогда я еще не знала всех предметов, которые есть в Sims, со всех каких-то покрытий. Тогда у нас еще не было ничего связанного с оборотнями, то есть всех этих пошарпанных предметов вообще не имелось в игре и как бы и не предвещалось и вообще я так Тогда, не скажу, что занималась систематической застройкой, но тогда мне пришла в голову мысль, что здесь точно будет эта община. Она здесь обязательно должна быть. Я обязательно использую этот рухнувший самолет. Я обязательно использую эти трейлеры из отладки. Все будет точно, как бы, ну, типа, только это вопрос, только когда это случится. И, в общем, ходила я ходила. Я всегда держала в себе в голове. У меня есть определенный список построек, которые, я уже, кажется, говорила, да, которые я хочу сделать чисто вот какие-то просто хочется сделать, чтобы были какие-то мне прямо нужны, ну, то есть какой-то такой, знаете, чекбокс, мне нужно вот все вычеркнуть, чтобы я, что я все сделала. В общем, ходила я, держала в голове, и когда я поняла, что мы переезжаем с вами со ста детьми в я начала с того, что построила небольшой бункер для наших сестер под упавшим самолетом. Там маленькая постройка, я не стала ее записывать, потому что я просто строила, знаете, на таком релаксе, я что-то слушала, какой-то какой, -то, какой -то подкаст или что-то я, в общем, слушала, или новости, и строила. Там маленький такой бункер на 64 клетки я сделала, чтобы мы могли нормально прокачивать с вами навыки. Немножко использовала там CC-контент, но это как раз тот CC-контент, который выужен из игры, из самой, то есть вытащены как бы из предметов. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, короче, в общем, я оставлю вам ссылку на бусте, посмотрите обязательно, кто хочет скачать и я в архиве есть все э, все предметы которые я использовала плюс я оставила ссылки на как они называются на сами на сам cc контент то есть на разработчиков этого сиси контента в общем я сделала этот маленький бункер поняла что ну, там все удобно для игры думаю все окей закрыла его и ходила такая думаю блин неужели неужели пора неужели это время прошло и я сейчас наконец-то сделаю себе эту постройку в общем хватило меня ненадолго я такая блин женя это большая работа это очень большая постройка я очень долго ее проектировала и очень долго потом ее строила мне приходилось много вырезать при монтаже, и я поняла, что это будет очень долго. Но последней каплей стало то, что я заболела. И вы не поймете, как, как это связано, пока я вам не объясню. Короче, я заболела и слегла. И я до сих пор кашлю. Но я лежала и не могла вообще ничего делать. Я не могла даже читать. Мне было просто плохо. И я начала слушать аудиокнигу. Мне муж посоветовал аудиокнигу, связанную с зомби-апокалипсисом. Это книга русского писателя, писателя фантаста, он пишет в стиле фэн-фантастика, фэн как короче, как мы уже поняли, я не разбираюсь в стилях и не знаю, это фэнтези или фантастика, в общем, боевики, фантастика, в общем, все, у него есть несколько циклов книг, связанных с зомби-апокалипсисом. Давайте вот так. И я начала слушать э, эти книги, а я Сейчас вам объясню: я обожаю зомби-апокалипсис, обожаю все фильмы катастрофы, обожаю все, что связано, все игры, связанные с зомби-апокалипсисом. Я не играла в Doom, я не играла в Обитель зла. Я не люблю, потому что потом я начну заикаться. Но сама вот что-то более безобидное, да, какая-то попроще история, мне очень сильно нравится. Я начинала играть в Last of Us. У меня ничего не получилось, но я уверена, что я когда-нибудь пройду эту игру, потому что она очень интересная. Это прям вайб. Вообще, обожаю, обожаю. В общем, я начала слушать эту книгу, и из-за того, что я не могла ничего делать, я только слушала я лежала с закрытыми глазами просто часами и слушала книгу, потому что у меня была высокая температура, я кашляла, я не могла ничего делать, я даже разговаривать не могла, и я такой вайп словила, ребята, я просто, я поняла, что все, нет больше времени терпеть ничего, я не могу больше ждать, пора, самое время, раз уж мы уже переезжаем в Stranger и это значит, что я в скором времени закончу перестраивать Эвергрин Харбор и начну перестраивать уже Stranger когда мы будем играть в нем, я поняла, что все. Вот он момент настал. Пора перестраивать. Пора, пере, пора перестраивать. Я, короче, прошло какое-то время, я выздоровела. Ну, более-менее, да. Я смогла сидеть. У меня перестала быть э, херачить температура. И я принялась за перестройку. В общем, мне невероятно нравится вот эта постройка. Она везде играбельная. Я сейчас буду потом вам дальше рассказывать про свое отношение к зомби апокалипсису и так далее. В общем, пока я скажу, что она везде играбельна, симы везде проходят, они везде спят и едят, все, короче, ок с ней. Как ни странно, даже в некоторых местах мне показалось, под лестницами они не смогут пройти, но они все равно проходят. Поэтому постройка получилась офигенно, я невероятно довольна. Я знаю, что, скорее всего, я вас уже достала своими хламушниками, но среди моих подписчиков есть те люди, которые любят хламушники тоже, я очень сильно надеюсь, что им тоже понравится, да и вообще в целом тем, кто не любит такие, ну не очень любит такие постройки, и уж тем более их не строит, им тоже понравится, вот, в общем, я невероятно рада, я невероятно довольна, и эта постройка однозначно будет у меня в стартовом сохранении именно на этом месте, в ней не используется никакой сессии контент, и скачать вы ее тоже можете, я оставлю вам ссылку в описании, пожалуйста, если вы будете скачивать, я буду очень рада, вот, что еще я хотела сказать про саму постройку. А, наверное, все, она полностью играбельна, да, а, не создавала я общину, людей я еще туда не создала. А, я, наверное, буду этим заниматься, но чуть-чуть попозже, потому что на создание персонажей мне нужно получить определенную, как бы это сказать, <заряд> не знаю, заряд какого-то вдохновения, потому что с кассом мне сложно. Мне сложно создавать персонажей, мне сложно создавать, вот, не знаю, как каких-то разных персонажей. У меня все, все получаются одинаковыми. Если с постройками, вот с каким-то однообразием я еще стараюсь бороться, то с кассом мне очень тяжело. И, во-первых, в связи с этим я бы хотела спросить: может быть, у вас есть какие-то персонажи? Блин, я навряд ли буду играть в этой постройке на запись, но если у вас есть персонажи в галереи, либо вы можете скинуть их мне в, не знаю, на бусте или в телеграме в архивах, в архивах я буду очень рада, потому что моя идея в том, что я люблю истории про общины, когда ты можешь поиграть, не знаю, просто за одного персонажа, а все остальные персонажи тобой не управляются. Я люблю такие темы, и мне очень нравилось смотреть подобные летсплеи, я хочу сама поиграть в подобное, но когда я буду создавать сама персонажей, мне кажется, что это будет, ну, я буду всех знать, это будет не очень интересно. И если вы можете создать мне хотя бы персонажа, хотя бы несколько персонажей, если кому-то нравится это делать, и для кого-то это не напряжно, ни в коем случае, как бы никого не заставляю, конечно же, да, но если кто-то может поделиться со мной своими персонажами, либо в галерее можно написать с хэштегом, да, по моему нику, я его найду, либо в... просто скинуть мне архивы, я буду вам нереально благодарна, это будет очень круто, если вы создадите вот персонаж, как вы видите людей, которые бы жили в этом, в этой общине, я для себя просто поиграю, потому что мне очень интересно, я прям такое обожаю, я уже начала играть, я заселила туда для теста общину свою из Granite Falls, у меня там тоже 8 человек плюс собака. И я вот начала. Ну, я вообще тестировала. И не сказала, что я не собиралась начинать играть, но мне так залипла. Я несколько часов просидела и проиграла за них. Одни у меня занимались садоводством, другие занимались всякими подделками. Я еще, вообще, подумала о том, что здесь было бы неплохо поставить курятник, чтобы разводить кур на яйца и на мясо. Было бы вообще идеально, супер, знаете, такой хард. И вот я прям залипла, я очень сильно хочу поиграть, поэтому если вы создадите мне персонажей, повторюсь, я буду вам благодарна. Если кто-то хочет, напишите, пожалуйста, в комментариях. Блин, будет очень круто. И, и вообще, если вы вдруг хотите поделиться своими персонажами для челленджа 100 детей, если вы можете создать персонажей, подходящих под Strangerville, например, мужчин, военных, каких-то либо ученых, нам же много мужиков понадобится. Если вы сможете вот прям под Strangerville создать кого-то, либо у вас кто-то есть, и вы готовы поделиться, вам не жалко, то тоже скидывайте, либо пишите мне на бусте, вы можете мне просто в сообщении на бусте прислать, либо мне написать, либо в Телеграме написать, в общем, где угодно, в общем, пожалуйста, пишите, я везде доступна, если у вас будет вот, если вы сможете поделиться персонажами, и мы напомним, страндживели будет интересно играть я буду очень рада если у вас в любом случае какие-то предложения по персонажам или еще почему-то будет круто обязательно пишите чтобы вы тоже наполняли эту историю и вообще как-то не знаю разбавляли это чтобы не только я как бы знала какие есть персонажи но и были какие-то дополнительные и может быть это как-то принесет какой-то дополнительных приколов нашего летсплей с вами будет интересно мне будет интересно играть точно с персонажами которых я не знаю я думаю что если вы пришлете мне кого-нибудь я забью общину вот персонажами чужими и просто создам своего персонажа какого-нибудь парня или девушку и с остальными я не буду за, не буду за них управлять буду просто играть узнавать их узнавать их черты характера что им нравится что им не нравится это будет очень прикольно это прям будет очень круто. В общем, вот. Я надеюсь, что я не выгляжу слишком нагло, прося вас об этом, но если кто-нибудь откликнется, я буду вам невероятно благодарна. Так, и еще что я хотела сказать по поводу этой общины. Когда я создавала ее, расставляла спальные места, я почему-то не подумала, что здесь могут быть еще и дети. Не знаю, почему не пришло это в голову. Я просто сделала, поставила палатку. По-моему, в этой палатке должны спать два человека. Она прямо под самолетом находится, если вы не видели палатку? Не пугайтесь, она там есть. Она прям под самолетом находится, там типа как будто бы под островом самолета разбита палатка. Выглядит, ну берите на заметку, если вам кому-нибудь будет подобное что-то интересно построить. Тема офигенная, выглядит красиво, функционально, аще, аще кайф. Вот, по-моему, в этой палатке могут жить два человека и еще у меня стоят шесть кроватей. Вот. Контейнере, именно в типа контейнере спальни, но ну, вы это увидите уже под конец. Вот Живут всего 8 человек. Я рассчитывала, что это будет 8 взрослых людей, но я не подумала, что кто-то может быть с ребенком и вообще во всех фильмах подобных да, во всех фильмах с апокалипсисом в общинах живут не только взрослые люди, но и дети. И поэтому можно какие-то кровати в целом заменить на детские, наверное, без проблем. Те же самые детские кровати из комплекта с оборотнями шикарными они здесь идеально впишутся, поэтому я думаю, что можно, если вы вдруг будете играть, то имейте в виду, там никаких проблем не будет заменить, я даже думаю, что есть кое-где место, где можно разместить какие-то игровые предметы для детей, то есть в целом детишкам найдется здесь место, хотя община маленькая, конечно, но то есть тут такая, какой-то не городок даже, какое-то супер-супер крошечное поселение, но я уверена, что э, можно там подвинуть предметы, либо удалить какие-то, которые вам не нужны, Нужны, и сделать, из не, сделать на этой территории какие-то детские предметы добавить чтобы детям тоже было интересно вот по поводу строительства все Um, наверное, да. Все остальное вы увидите на, на строительстве, а я вам пока буду рассказывать про зомби-апокалипсис. Короче, раз уж мы с вами затронули эту тему, раз уж я затронула эту тему, а вы стали невольными слушателями на моем канале, давайте проговорим про зомби-апокалипсис. Я не знаю, как объяснить, но я почему-то очень люблю все связанное с апокалипсисом, с всеми фильмами-катастрофами. Я посмотрела, по-моему, все фильмы-катастрофы, я посмотрела их по нескольку раз, потому что я я обожаю эту тему. Причем я помню, что я обожаю эту тему еще с детства. Меня никогда не пугали истории про катастрофы. Меня никогда не пугали истории, вот типа, знаете, про конец света, то, что в 2012 должен был быть конец света, потому что заканчивался календарь мая. Фильм 2012, когда там начались тектонические движения, огромный потоп, все дела. Я его смотрел, и мне не было страшно, не знаю почему. Возможно, это какая-то болезнь, но ну, я вроде достаточно ну, как бы здравый человек, да, я в своем уме. Но ä, мне очень сильно нравится все это смотреть. Я не люблю, если что, фильмы про маньяков и что-то подобное, но про про апокалипсисы, про катастрофы. И в какой-то момент посмотрела все фильмы BBC про катастрофы. Там типа был цикл, э, по-моему, это был BBC или National Geographic, типа расследование авиакатастроф, еще каких-то. Вот я все фильмы посмотрела про это. Не знаю, если вы есть кто-то такой же, откликнитесь, пожалуйста, чтобы я знала, что я не одна. Вот, но история истории про э, зомби апокалипсис в моем э, как бы сказать мире носит определенный отдельный э, характер скажем так у них есть отдельное место в, не знаю в моем мозгу в моем мире потому что для меня э, зомби апокалипсис не кажется чем-то нереальным если что я вам сразу скажу я абсолютно адекватный взрослый человек я не безумна если что если вдруг вы подумаете что я безумно, потому что я верю в, там, в то, что может начаться зомби-апокалипсис, либо что-то подобное. Нет, я абсолютно здравый человек, у которого фундаментальное, естественно, научное образование, то есть я как бы в ладах со своей головой, но я действительно верю в то, что зомби-апокалипсис — это реальность, ну то есть это может начаться в любой момент, и это даже очень вероятная вещь. Я сейчас объясню, в чем дело. <с karış vowels> Из-за того, что я много училась и много читал какой-то научной литературы, в какой-то момент времени в моем мозгу научная литература и какая-то художественная литература слились в то, что я начала очень много читать научно-популярную литературу. Она не такая, как сказать, она не такая научная, как именно учебники по какой-то квантовой механике, еще чему-то, но при этом ее можно читать, ее достаточно легко читать, потому что что большинство книг нон-фикшн написаны на таком достаточно понятном чайничьем языке, скажем так, и поэтому я много чит начала много в какой-то момент читать эту э, литературу, начала читать литературу по биологии, по микробиологии, по космологии, по астрономии, еще почему-то. В общем, я люблю все, что связано с э, наукой, все, что связано с наукой вокруг меня, вокруг нас в нашем мире. Там, не знаю, все начиная от того, что такое вакцина зачем они, заканчивая тем, как устроена там Солнечная система и так далее. И я в какой-то момент наткнулась на книгу, которая называется ⁇ Пандемия, история ⁇ Как сейчас подождите? Вот, книга называется ⁇ Пандемия, всемирная история смертельных вирусов написана, ⁇ Написана она журналисткой по имени Соня Шах. Если вдруг кому-то интересно, я всем советую ее почитать, потому что это нон-фикшн, который описывает все самые смертельные, страшные эпидемии на планете. Очень простым языком, не нужно быть академиком, не нужно изучать биологию, либо микробиологию, чтобы понимать, что там описывается. Но там очень наглядно и очень популярно рассказывается вообще история взаимодействия человечества с разными вирусами, с разными бактериями. Ну, то есть со всем тем, что у нас вызывало какие-то периоды, исторические периоды времени, вызывало пандемии, эпидемии, и так далее и я нач... наткнулась на эту книгу среди прочих я читала очень много разной литературы просто там не знаю начинает псих вот я могла читать книжку по психологии знаете потом следом читать книжку по ну, вот по микробиологии ну то есть я все подряд поглощала в какой-то момент сейчас уже меньше конечно но в тот момент я поглощала очень много и я э, не Ну как бы не то чтобы я пыталась как-то специально разобраться в этом э, мне просто вот проперла, я начала слушать эту книжку. И она меня очень сильно впечатлила тем, насколько тесно история человечества связана с историей вирусов. Если вы не около, скажем так, научные эм, люди, да, если вы у вас гуманитарное образование, то возможно вы не задумывались никогда об этом, да? Я просто как, как я химик, я не микробиолог и а не биолог, я химик, но я работаю в фармацевтической компании, я как бы достаточно много своей как бы профессиональной деятельности Прямо, прямо или костная сталкиваюсь с людьми, которые работают с там не знаю какими-то вирусами, с белками, с чем-то подобным. Плюс я всегда интересовалась этим и читала. И для, даже для меня было диким откровением, насколько тесно человечество всю свою историю жило с вирусами и контактировало. Для меня раньше мне представлялось, что эм, Просто эпидемии, знаете, как типа, все нормально, все ничего не происходит. Люди живут, потом херак, и случается какая-то пандемия. Или типа, как в фильмах, знаете, все было нормально, все было хорошо, все прекрасно, человечество процветало, но потом какой-то один злой гений разработал вирус, который должен уничтожить всех, и начинается эпидемия, начинаются погромы, крах цивилизации и так далее. На самом деле это не так. Люди борются с вирусами, их, ну, наши тела борются с вирусами, мы живут с ними постоянно. Постоянно. Каждый день мы, каждый день ведем борьбу а, вот та же самая. История про антибиотики. Я буду сейчас немножко занудна, но я надеюсь, я, может быть, немножко кого-то просвещу и заинтересую эту тему, и вы начнете читать. Это очень полезно в целом для жизни. Да? История про то, как мы бездумно используем антибиотики и каким образом э, из-за из нашего бездумного использования бактерий постоянно мутируют. И вот эта гонка между разработками людей и мутацией бактерий, потому что в какой-то момент времени может оказаться так, что. Просто нам нечем лечить людей, потому что все, э, все бактерии, которые будут существовать в данный момент в мире, большинство из них будет резистентны к тем антибиотикам, которые мы можем разработать, и мы не можем разработать других. В общем, я могу занудствовать по этому поводу часами просто, но история в том, что мы очень тесно связаны с миром бактерий, с, ми с миром микробиологии, и мы живем с ними постоянно, каждый день. И истории, которые... Происходили так или иначе в человеческой истории, связанные с бактериями, связанные с эпидемиями. Они не берутся ни из ничего. Люди создают эти истории самостоятельно. Я объясню. Я не говорю о тех историях, когда люди создают какие-то вирусы самостоятельно, в благих либо неблагих целях. Я говорю даже о тех историях средневековья, когда была испанка, когда была пандемия холеры. Нужно понимать, давайте я вам просто приведу обычный такой средний пример без подробностей научных. История в чем, например, как было с холерным вибрионом? Откуда взялась эпидемия холеры? ничего не было, все было нормально. Люди не нормально функционировали, все было прекрасно до того момента, когда в какой-то момент времени по-моему, это Южная Америка. Люди начали вырубать определенную часть территории тропиков, леса тропического. И начали заселять там, строить какую-то колонию, что-то вроде того. Кстати, это описано в этой книге. Поэтому, если вы будете читать эту книгу про пандемию, вы эту историю прочитаете там полностью развернуто. Смысл в том, что пока человек не трогал экосистему, которая там функционировала, холерный вибрион, то есть вот это бактерия, она не носила никому вреда, она не была вредоносной, она не была смертельной. Но когда люди начали вырубать лес, и они, насколько я поняла, уничтожили естественного носителя этой бактерии, холерный вибрион стал как бы стал контактировать с людьми он сначала не вызывал ничего там никаких вот в холеру люди умирают от обезвоживания потому что извините за подробности да там очень сильные приступы поноса у человека вызываются, и все было прекрасно пока итеративно этот это этот вибрион не начал взаимодействовать с человечеством и он проходя через организмы людей мутировал у людей вызывался понос это сначала было безобидным, как бы, ну, то есть ни, никаких э, смертельных исходов не было. Потом эти итерации продолжались, люди продолжали уничтожать экосистему, все это начина, как бы, как снежный ком разворачиваться, расплодилось до тех пор, пока в какой-то момент бактерия не мутировала до такого состояния, что она стала смертельной для людей. И это э, это это случилось э, не так, чтобы как бы это не длилось годами. Это случилось достаточно, ну, типа нет, десятилетиями. Это случилось за года. И фишка была в том, что мой поинт, который я пытаюсь вам донести, что человек, вторгшись на территорию, которую теоретически он не должен вторгаться, разрушив экосистему, он э, внес дисбаланс в экосистему, которая функционировала там, таким образом создал, э, создал такие условия, при которых он стал уязвим к вирусу, который еще к тому же, проходя через организм людей, начал мутировать. И Фишка-то в том, что холерный вирус изначально не был опасен, он не был смертельный. Но так случилось, что он стал смертельным. Еще одна очень простая история про то, как э, была какая-то эпидемия птичьего гриппа, и она была уже в 21 веке, в начале 10-х годов. И фишка была в том, что раньше этот вирус, э, вирус этого гриппа, никак не взаимодействовал с людьми. Никогда такого не было. Но, к сожалению, люди начали истреблять там такая интересная цепочка, люди начали истреблять по какой-то причине птиц которые э, были переноси, которые, с которыми этот вирус взаимодействуя ничего, как бы он, как бы, этот вирус жил в организмах этих птиц определенного вида птиц и все было нормально для людей он не добирался, но когда люди начали уничтожать этих птиц перекочевал на, получается, на другой, как бы на, на другой вид птиц, а с этими у этих птиц не было иммунитета и таким образом э, вирус передался людям. То есть опять смысл в том, что нарушается естественная экосистема, э, и естественный баланс рушится, из-за этого возникают подобные вещи. Так вот, я это к чему толкала? Если вы до сих пор меня слушаете, значит, вам пипец как интересно, я очень рада. В общем, к чему я это? Я к тому, что ситуация, при которой э, Произойдет что-то естественным путем, либо произойдет что-то, когда люди разработают какие-то вирусы и начнется реально какая-то либо пандемия, либо зомби-апокалипсис. Мне не кажется нереальной. И если честно, я не хочу звучать безумно и странно, страшно. Но, и честно, вот если случится что-то типа зомби-апокалипсиса, я вообще не удивлюсь. Ну, то есть, типа. Конечно, я не хочу, ну, и не желаю э, человечеству пережить подобный опыт, я не желаю, там, никому пережить подобный опыт, и вообще, как бы, не скажу, что я этого хочу, конечно, этого не хочу, это очень страшно, но, к сожалению, страшно мне или нет, никак не, как бы, от этого, от этого никак не зависит тот процесс, который происходит с человечеством, то, как мы, там, истребляем какие-то экосистемы, то, как мы вторгаемся в какие-то экосистемы, меняем их своей жизнедеятельностью, и это, естественно, вывод из жизни человечества это как бы это не хорошо не плохо это и просто вот это просто факт это такой процесс который происходит но в какой-то момент может случиться так что да что-то подобное произойдет потому что пандемия коронавируса есть очень много разных теорий да что это и Билл Гейтс, и что это специально разработанный выпущенный вирус но я не живу в мире теории заговора я живу в мире где хотим мы этого или нет, вместе с нами на планете существует огромное количество микроорганизмов, и у них свои законы существования, эти законы природы никогда не нарушается Мы можем просто разрушить экосистемы, в которой они функционируют, а так как планета — это закрытая, замкнутая система, каждая экосистема способна к самовосстановлению. Она, это, это законы физики, это законы физхимии, химии, так всегда работает. И я не, не отношу коронавирус к каким-то теориям заговора. Я считаю, что да, это случилось по какой-то причине. Опять же, по какой-то из вышеперечисленных мной причин. Опять же, я думаю, если вы прочитаете книжку, вы поймете, как приблизительно этот процесс работает и почему опасно подобное вторжение человека в какие-то естественные экосистемы. Ну и, конечно, я, короче, в общем, я считаю, что... Э, Зомби-апокалипсис это не вопрос того, случится случится это или не случится это скорее вопрос того когда это случится и в каком это будет виде потому что непонятно это как бы наша проблема либо проблема условно поколения наших детей наших внуков но потому что все мы знаем что человечество нарушает естественную экосистему нарушает меняет природу и это скажем так Эффект воздействия на природу. Ну, в общем, я не знаю, согласны вы со мной или нет. Может быть, вы верите в то, что э, все-таки вирус был создан специально, это какие-то там есть теории заговора. Окей, у каждого собственный взгляд, но я верю в то, что. Э, э, всегда есть действие, и на него есть противодействие. И таким образом работает мир, таким работ... образом работает физика, работает космос, и хотим мы этого или нет, оно так функционирует. Вот, поэтому я, как человек, который реально верит в то, что зомби-апокалипсис реален, э Живу в этом мире, мне как бы с этим ок, это просто факт, факт, как сказать, не знаю, факт мира вокруг меня, он меня страшит и пугает, но, но это факт, и поэтому я, ну, я очень сильно люблю всякие фильмы про зомби-апокалипсис, и мне интересно о том, какие какие решения люди принимают в процессе вот подобного пипедита, скажем, да, когда жизнь настолько на планете, настолько сильно меняется. Кстати, если вам вдруг интересно, этого писателя зовут Андрей Круз, у него сейчас, я точно знаю, есть два цикла книг, один цикл называется «Я еду домой», это про русского мужчину, который в момент начала зомби-апокалипсиса, оказывается в Америке, и он путешествует, ну, ему нужно вернуться в Москву к своей семье. А второй цикл книг он называется Эпоха мертвых. И это про тот же самый зомби-апокалипсис, грубо говоря. Но с момента точки как бы развития в России, то есть что происходило с людьми в России в этот момент и как там вообще что что, что происходило, то есть это типа аля альтернативная вселенная, но ну, это один и тот же зомби апокалипсис. В общем, если вам интересно, обязательно почитайте или послушайте, потому что книга не сколько, знаете, какой-то боевик про не знаю про там шутер про то, как там люди ходят, и отстреливают зомбаков, а она про такое очень общем человечные отношения, про то, какие решения принимают люди, про то, как они перестраивают и перепрошивают собственную жизнь, переприсваивают пер себе все, и это очень интересно чисто с психологической точки зрения, потому что такая ситуация, мы живем в таком как бы парадигме, что ну, мы смотрим фильмы про зомби-апокалипсис, да, там люди, вот что-то случается, потом героически, как же его зовут, Брэд Питт находит причину зомби-апокалипсиса, да, как в войне миров, и потом он находит вакцину, ученые разрабатывают вакцину, и все спасены, красиво, закат, там, не знаю, эвакуируют людей, но мы никогда не задумываемся о том, что происходит после, после такого, после того, как мир изменился, и что дальше нам, ну, как бы, что дальше человечеству в такой ситуации приходится делать, как люди переживают и перепрошивают заново весь мир. В общем, это очень сильно интересно, и книга, правда, очень интересна. Я ее слушала, я слушала на скорости полтора, я потому что очень люблю слушать все на быстрой скорости, мне иногда скучно становится, если прям медленно читать. Я все слушаю на скорости полтора, три книги пролетели на ура, это был самый лучший больничной в моей жизни меня скрасило вообще прекрасно то есть прям очень мне было очень хорошо поэтому если кому-то вдруг подобное что-то интересно интересно почитайте или послушайте и конечно я всем советую почитать либо послушать но слушать внимательно книгу про пандемии и про вирусы это правда очень интересно даже если вы не верите в, в апокалипсис даже если вы не верите в зомби апокалипсис даже если у вас нет такого представления как бы ну вообще не живете в мире Мире, вот, с подобными исходами это все равно очень интересно понимать насколько тесно э, связана наша жизнь насколько тесно она связана с тем что мы не видим да мы не видим микроорганизмов и это странно э, люди плохо воспринимают то что они не видят мы мы хорошо воспринимаем то что мы видим вокруг себя мы там не знаю что-то э, в размере от не знаю, там нашего размера больше, да, но нам сложно представить, как живет мир микроорганизмов раз и что он есть и что это не просто грипп, простуда, там, да, и ты там не знаю один один раз в год вакцинируешься от гриппа и все. Это целый мир и он функционирует по своим правилам и по своим законам. Нам еще также сложно представить о том, что происходит за пределами нашей планеты, и о том, как функционирует Вселенная, у нее тоже есть свои законы. И это всегда очень интересно если честно, очень хорошо расширяет а, кругозор, расширяет миросознание, скажем так, да, поэтому я обязательно всем советую почитать, если у вас есть время, ну, либо послушать, если вы любите слушать аудиокниги, а, то это тоже очень полезно, очень интересно, если вы вдруг читали эти книги, или если вы можете посоветовать мне какие-нибудь подобные книги, либо художественные, да, какие-то типа книг про зомби-апокалипсис, либо какие-то связанные с... Естественно, научным с научпопом, то обязательно пишите в комментариях. Я всегда за научного просвещения. Вот, если вы все еще слушаете меня, то блин, во-первых, это очень круто, мне очень приятно, но скорее всего осталось не так много людей до конца. Я очень рада, что и надеюсь, что вам понравился вам мой спич про подобное. Но я решила, что надо, наверное, об этом поговорить, тем более постройка такая огромная, и тут особо ничего рассказывать ты и не станешь. Это большая община зомби-апокалипсиса. Вот, я все еще надеюсь, что кто-нибудь из вас откликнется на мою просьбу и поделится со мной своими симами для постапокалипсиса, либо для Вилла, для ста детей. И я, наверное, буду с вами прощаться. Пишите, что вы думаете по поводу постройки. Пишите, что думаете по поводу моей речи. А, вообще пишите, что думаете. А, ставьте лайки, дизлайки. Мы с вами увидимся в следующем ролике. Всем пока!